Наконец-то у нас стартует следующая игра сегодняшнего игрового дня. И у нас вон турнир в городе Новосибирск. У нас уже, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас я гляну сеточку. У нас раунд под номером 2. То есть это четвертьфинальные встречи уже. И у нас клан Таракан. Такое название против Nameless. Попозже представим состав играющих коллективов. Итак, у нас 5 игроков под Б-план. Просто найдут они на бедного Айвса, который будет принимать здесь весь заход и ошибаться. Айвс в тайминге, выход с балкона. Ну и энтри-килл для коллектива клан Таракан. Играют они в атаке. Карта Демирейдж и бомба. Сейчас будет установлено убивание пунта. 4 в 5. Давайте посмотрим. С Китчен у нас сыграет сразу 3 игрока. Фосфор есть один минус. У этого маловато, по-моему. Надо еще делать минусы при выбивании. Хорошо, в гол попадает фосфор. Кстати говоря, на шарте оставляет всего-навсего 15 хелспоинтов у нас XLN. Ну и фосфор врывается просто-напросто у нас. И очень-очень-очень неуверенная стрельба с USP. Ну и, скорее всего, пистолетку у нас будут... Вау, я тут удивился с хедшота. На самом деле, думал, он еще второй ваншот повесит, но нет. К сожалению, Скирт у нас один только минус дает. И состава играющих коллективов Nameless: Фосфор, Скирт, Квастио, Айвс и NZP God. Ну, NZP будет просто будем его называть. Клан Таракан у нас Мелист, How Many Secrets, XLN, Сокер и Кэшз. Вот такие составы сегодня у нас. И посмотрите, Force Buy. Кстати говоря, Force Buy с двумя UMP. Вот это не часто встретишь такой Force Buy. Но имеет место такому быть. Также P250 и 5-7 у нас в закупе у защиты. И посмотрите, что стак у нас на пунте. 3 игрока, один в коннекторе и один на шарте играет. То есть только у нас NZP на чек играет, собственно, на чек веб-пунта. Выход пошел уже и... Ну что, фосфор. Вот фосфору надо сейчас выходить, что-то придумывать. Фосфор, отлично. Минус есть, наконец-то. Надо моментально прятаться уже. О нем есть информация, но его, по-моему, не убивают. Кстати, посмотри, что творит фосфор. Просто выходит в спину. Да ладно, фосфор, да ладно! Кэш своего убивает Сокера. Фосфор тем временем убивает Кэша. И остается 2 в 2. У нас ситуация уже NZP вместе с Questio против XLN и How Many Secrets. Посмотрим. How Many Secrets пунта у нас играет, минус хороший, ну и Questio, наверное, бы лучше засейвить UMP-шку на следующий раунд, потому что шансов у него тут, конечно, очень и очень мало. 2-0 за атакой, клан Таракан хоть и не без проблем, но все-таки выигрывают, минус 1-1, вот так вот. Вот так вот, Кэшс, вот так вот, ну ничего. Призовой фонд пока сказать я, к сожалению, тоже не могу. Вот, будет известно вроде как на полуфинальных встречах у нас какой все-таки призовой фонд и сколько получит у нас победители второе место. Вот, 10 команд у нас сегодня собрались в Новосибирске, чтобы решить, кто же все-таки на данный момент лучший по CSGO в этом городе. Вот, ну и у нас уже две команды выбыли. Две команды уже выбыли, даже уже три, я бы сказал. У нас уже известен один полуфиналист, это команда UT. Ну что ж, 4 игрока опять по Б-планту, выходят через ковры на Б просто-напросто. Ну тут уже, кстати говоря, защита вся пришла, и там, посмотрите, в смоке просто сидит у нас NZP. Кстати говоря, может сейчас что-то интересное придумать. NZP просто через смок выходит, но его там нашел Сокер, фосфор последний. Против XLN, который, соответственно, с USP пытается тоже его убить. Ну что, кто сильнее? Все-таки, ух, фосфор, 3 хп и живет еще, посмотрите, еще живчик-то какой, а? 3 хп, это не приговор, говорит нам фосфор, но все-таки умирает. 3-0, 3-0, хорошее начало для клана Таракана. Очень интересное такое многообещающее название команды. Ну что предпримут у нас защита? 3800 на руках у одного из игроков, у остальных 4000 и больше. Ну, конечно же, закуп. Конечно же, закуп. Увидим мы маленький фристайм. Кстати говоря, не успели команды даже закупиться. Квистио почему-то не купил ничего, только 5-7. Ну что, 3 АКМ, 3, извините, 3 кольта плюс ФАМАС. И в атаке мы видим даже снайперскую винтовку у Мелиста. Ну что-то нам он будет показывать. Что нам будешь показывать, друг наш? Ну, в принципе, хорошая у него позиция. Но вместо против фосфора, к сожалению, ошибается. Но он моментально его там взрывает. Моментальный размен. Хороший выход от XLN на 90. Моментально минус шорт. 4 в 3. И опять выход под Б. На Б-планте у нас имеется персонаж с никнеймом Айвс, который будет как раз-таки все это дело принимать. Главное сейчас таймингом не ошибиться. Слышь, что на игроков заходит. Отлично, есть один минус. На больше не хватает. Моментальный размен.
Ну и Квастио вместе с NZP вдвоем попытаются еще как-то ретейкнуть этот самый Plant A. Plant A, да, Plant B, конечно же. Один на Форесте, один в Шарте, очень хорошие позиции у игроков атаки. How Many Secrets у нас играет за пунтом, и очень тяжело будет, конечно же, игрокам защиты что-то тут придумать. Хотя ошибается у нас моментально Кэш, умирает, выпрыгивает просто с ревованным. У нас NZP на Plant, он понимает, где находятся игроки. Отлично, есть минус один, ну ладно! Трипл килл в этом раунде у нас NZP показывает и... успевает раздефузить бомбу. Первый раунд в защите для коллектива Nameless. Отличная игра. Просто отлично. Да, но я как-то даже не ожидал. На самом деле, но это даже, наверное, больше ошибка. Ошибка была того, что очень плохо контролили выход с китчена. То есть игрок, вот как раз-таки, который NZP, он с релоудом выпрыгивал через окно. Его никто не спалил. Он спокойненько прошел справа по пленту и убил на машине персонажа. Потом добил шорт. Ну вот, то есть, ну, просто-напросто ошибки. Ошибки, ошибки, они везде. Это Counter-Strike, этого не избежать. У нас тем временем еще эпицентр идет, там G2 против SK Gaming. Вторая карта, первую, кстати говоря, вот кто может быть нет, я вас оповещу, что первую карту выиграли у нас СК со счетом 16-0, друзья. 16-0 выиграли на Детрейне. Ну что ж... давайте смотреть выход на плент у нас. Скирт у нас играет на пленте. В общем-то, давайте посмотрим, что он сейчас нам покажет. NZP, отлично, есть минус энтрикил. С Фамаса, отлично. 4 в 4 ситуация с теком, правда, играет нас Мэйлист. Ну, кэш, замечает одного, замечает второго. ВВП отлично отыгрывает. Минус 2 уже от него в этом раунде. И Айвс, минус how many secrets. 2 в 3 ситуация, ВВП еще жив до сих пор. И там просто... сбор информации, сбор людей от защиты. Три игрока выжило, неплохая экономика. И, в принципе, 2-3. 2-3 счет у нас должен быть форсбай, наверное, какой-то в исполнении атаки. Или фул экономический, посмотрим. Ну, вот тег я вижу от Сокора, больше ничего не видно. И, возможно, что просто побегут на бэплэнд. Попытаются поставить все-таки бомбу, потому что вот в раундах у них, в принципе, в первых получалось зайти на Б, там Ивс у нас, ну, не очень стабильно пока отыгрывает. Посмотрим, может сейчас разыграется и все будет здорово. Ну что ж, пока позиционка у нас, и видим, что атака никуда тоже не торопится, несмотря на то, что у них... два тека по 250 и два глока в закупе, в общем-то, поэтому я бы не сказал, что прям... такими пистолетами можно здорово ставить. Но все-таки посмотрим, мало ли что. Может все случится. В общем-то, NZP ждет у нас просто посадку в окно. И Майли, Мэйлист, отлично. Выходит, и в принципе хороший тайминг ловит. Может сейчас в принципе убивать у нас NZP. Но 9 хп остается. Да, NZP был все-таки сильнее в этом микромоменте. В окне моментально 3-4 ситуация. В меньшинстве у нас атака. Сокер 72 холлспоинта. 10 хп у How Many Secrets. И он бежит просто на плент. Бомба пока у нас на... мидлейне находится, XLN пытается кого-то найти с своим P250. Ну, на самом деле, шансов тут маловато. Хотя бы еще пару минусов дожидать. Ну, если один минус еще дадут, это уже будет, по-моему, хорошо. Стэк пытается How Many Secrets у нас попасть за искрой, но Скирт все-таки живет. Или Скайрт. Скайт, наверное. Скайрт. Скайрт. Наверное, так все-таки правильно будет. Так, Скайр, ну что, ух, не справляется со стрелой, посмотрите-ка. Ну и 3 в 3 ситуация, можно бомбу сейчас установить, правда, бомба очень далеко, только сейчас через яму идет, да ладно, Сокор врывается, там тоже есть минус, 5 хп, очень рано я начал как-то, знаете, говорить, что ничего не получится в атаке в этом раунде, но все-таки Айс был сильнее. В этом моменте убивает он Сокора, бомба установлена, уже очень хороший экономический бай, тем более без арморов у нас, вот только XLN играет с армором, остальные, по-моему, были без арморов, очень даже здорово. Поставил бомбу, выбили троих игроков. Вот мог даже XLN еще побороться. Если был бы Дигу, мне кажется, он бы сейчас ваншот поставил бы как раз таки Айвсу. Ну, Айвс три попки в этом раунде. Фосфор забрал у нас снайперскую винтовку своего тиммейта. Отдаст он, скорее всего, ее. 3-3 еще сравнивается у нас. И вся борьба еще впереди. Кап де Мираж — это лан-турнир в городе Новосибирск. Напомню, для вас этот матч комментирует Максим Хокикс Петров. Ну и мы видим, зрителей у нас 1249. Вот такой вот провал GoTV. Не GoTV, а сервера даже. Даже сервера больше скажу. Давайте смотреть дальше. Пока атака, знаете, вот в принципе неплохо действует, но опять же неуверенные действия при выходе уже на сам плент. Вот и очень мало разменов.
Ну, вот сейчас, возможно, пойдут под Б. И вот это вот уже будет поинтереснее, конечно. Так, смок какой-то невероятный. Сейчас Мелис у нас будет откидывать. Да, хороший смок полетел, я так понимаю, он куда-то ближе к джангу, наверное. Ну что, выход пошел. Молот очень тайминговый прилетает у нас из-под машины. Два игрока на приеме по пункту, один в шарте, один как раз-таки уже на машине. Ну что, главное сейчас дать эндрикил. Хаумани Сикрет замечает одного из игроков. В шарте тоже видит у нас Кирта, Скайрта. Ох, Скайрт отлично открывается. Эндрикил есть, Скальта. Выход продолжается на Бэтплэнд XLN. Отличный минус. Надо с машины играть игроку. Опять тимкил у нас. Клан Таракан. Боже, вы своих убиваете уже. Ну, прям не щадя никого. 3-2 ситуация. Ретейк от коллектива Teamless. Посмотрим сейчас, что будет у нас придумывать. Мелист вместе с Сокером. В дуэте, в тандеме. Попытается затащить четвертый раунд из своего коллектива. Бомба стоит. И вот очень хорошая позиция, кстати говоря, у Мелиста. Ему надо тайминг просто словить, выйти из куха, просто убивать. Ему прилетает флешка моментально. Отлично. Ну что, Сокер последний. Есть по информация по нему. Его обходит со всех сторон уже. Сокер не получается справиться даже с Questio. Это четвертый раунд для коллектива Nameless. Ну что ж. Неплохо. Неплохо, вот заметьте, что защита очень часто отдает пункты. Вот, отдает, а потом просто делает ретейк. И ретейк очень качественный. Под флешечки. Вот, и здорово. По-моему, это уже второй или третий раунд, когда... Нет, второй, наверное, все-таки. Он сквирт. Нельзя его так называть, ты что? Ты же знаешь, что такое сквирт, да? Мы не будем его так называть. Вот, ну что, раунд под номером 8, у нас пока 4-3, качели, но 4 раунда подряд уже в защите берут у нас игроки команды Nameless, в принципе, неплохой задел уже начинают они делать и по экономике, и по раундам, но это защита, все-таки на Мираже защита, я думаю, что посильнее немножко выглядит, и что, выход на оппонент очередной у нас из ямы, 4 игрока просто моментально выходят, плюс паусы, один у нас играет, кэш, отличный энтрикил по скирту, уже дает, Сокер бежит дальше, Questio отлично играет, АВП мажет! Как же так, NZP, друг мой. NZP в просто в 100% позиции, только что двойным зумом не попал по своему оппоненту. На самом деле в первой игре на кэше, когда мы смотрели, тоже был снайпер, вот не помню, правда, я его никнейм, но тоже мазал, а и только так. Только вот прям в путь дорогу, мазал из всех позиций. Ну что, оу, минус 2 моментальные, NZP последний. На него сейчас просто Мелис может прыгнуть. Да, Мелис у нас закрывает последнего игрока команды Нелис. 4-4. Сравнивается в очередной раз у нас счет. Вообще сегодня, походу, не день снайперов. Поэтому не берите снайперские винтовки, если меня слышат игроки. Вот, лан-турнира в городе Новосибирск. Не берите себе снайперские винтовки. Потому что сегодня, видимо, погода не такая. Не, знаете, не снайперская. Не снайперская сегодня погода какая-то. Как-то не попадается пока. Ну что? Раунд по номерам 9 у нас начинается уже... Ой, хае, хае, какая же хае, друг мой. Ну что ж, вот 2 тимкила уже было за 8 раундов. Хае в ноги, клан таракан. Ну вы прям совсем не уважаете своих тим, а? Не бережете, не бережете. Два родовых игрока очень на пунте. Кэш минус все-таки Айвс. Еще один игрок, это Квести, у нас играет на пунте. Но у него тоже очень мало хоспоинтов, всего 5 без арморов. Тем более играет защита в этом раунде. 3 в 3, кстати говоря, вы посмотрите-ка. 3 в 3, кстати говоря, 3 в 2 даже уже ситуация. Да как же это произошло-то? Ну и Хаумани Сикрет все-таки минусует у нас Кирта. NZP, NZP, может сейчас убить, просто говоря, в смог. Хаумани Сикрет, какие ошибки от атаки. Сокер последний, есть информация по нему, по идее. Да, должны понимать, что игрок не уходил с пунта. Что он просто сидит в пунте, отлично. Сокер, Сокер, минус фосфор. NZP все-таки не удалось затащить этот раунд, но... Все равно, заметьте, на экономическом, без арморов, минус 4 сделали в защите игроки команды Nameless. Это отлично. Это отлично. Без АВП, кстати, играет у нас атака. Не знаю, ну, могли бы уже давно взять, кстати говоря, попробовать куда-то что-то как-то реализовать, эту снайперскую винтовку через него, может быть, сыграть сейчас, потому что тенденции Counter-Strike таковы, что... Сейчас очень много команд играют именно через своего снайпера. Вот. Именно через своего снайпера они, то есть, при заходе на какие-то точки дают специальные смоки, которые вот, будут удобны и комфортабельны для того, чтобы снайпер смог стрелять. Ну что, How Many Secrets минус 2 в начале этого раунда. Выход на оппонент очень быстрый. How Many Secrets даже мог сейчас еще одного убить. Но дал информацию своему тиммейту, забирает моментально. Фосфор 26 хп, надо уходить на сейв.
NZP уже сейвит. Фосфор пока не торопится, как мы видим, но и умирает. Ну, просто потерял кольт. Вот зачем это нужно было делать, непонятно. NZP у нас минус мелист, и это 4-6. Становится счет 6-4, 4-6, как хотите называйте. Но так или иначе, 6 раундов в атаке уже клан Таракан берут. И хорошую заявку делают, на самом деле. Очень даже неплохую заявку на следующее. На следующие раунды, на вторую половину. Потому что первая игра все-таки у нас была, ну, такая себе... Не особо. Упорная борьба у нас была. И счет у нас, по-моему, 16-5 или 16-4 даже. Вот. Мало было борьбы. Не очень, прям можно сказать, так прям very-very interesting game. Вот. Поэтому... Ой, G2, кстати говоря, ребята, оповещаю вас. G2 сравняли счет по картам. 1-1, G2 выиграли 16-10 USK, а проиграли первую игру они 16-0. Вот так вот. 1-1, и нас там ждет третья игра на эпицентре, поэтому кто хочет, тоже можете зайти на стрим Рухаба, посмотреть, поглядеть за командами, за этим просто невероятным зрелищем. Вот, голодные игры. Ну что, 6-4 счет, у нас снайперская винтовка засейвилась, NZP, и вот как раз таки от снайпера пытается играть у нас защита, но пока что не очень даже удачно, минусов вот него не было. А уже минус 2, правда, от игроков атаки. Вот, поэтому все очень здорово. Сокр сейчас чуть было не добил. У нас еще как раз таки NZP. NZP просто не дадут засейвить. Если его найдут, шансы будет маловато. О, Harmony Secrets тут решил в прятки поиграть. И супер стрейфы какие-то просто невероятные. Ну что, NZP, минус XLN. Тот, в свою очередь, убил нас Кирта. Размены пришли. Ну и NZP, опять же, попытается засейвить свою снайперскую винтовку. Ждет он Kitchen. Kitchen Melist. Melist у нас играет и... Ой, ну как же не попал-то опять, а? Что ж такое-то? Ну-ка, с третьей попытки сможешь? Давай, с третьей попытки. Нет, 5-7, ну надо было АВП брать. На сколько карт будут катать Таракана и Nameless? Одну карту. Это Best of 1, наверное, может быть в финале Best of 3, не знаю. Честно говоря, мне организатор как-то особо как-то не сказал, если честно. Вот, сколько что карт у нас сегодня будет. Какой формат проведения, но, наверное, до финала Best of 1, а потом уже, может быть, Best of 3, не знаю. А это точно Best of 1. То есть, это четвертьфинал, вот, за выход в четверку лучших уже команды у нас борются. Но эта игра явно поинтереснее, чем предыдущая. Я вот что замечу. NZP купил себе, опять же, снайперскую винтовку. NZP, кстати, на первом месте в своей команде идет, 10 минусов у него уже в активе. Ну и атака. Опять размеренным шагом заходит на плент. Раскидка пошла. Правда, у нас Делпан совершенно без смоков. Посмотрите, NZP стоит спокойно и просто может сейчас убивать. Где смок, друзья? У вас же... А, у вас же нет смоков даже, да, я понял. У вас просто нет смоков, у вас под флешки, у вас есть хаешки, но нет смока. Печально, но NZP, видим, прогнали. Все-таки не стал он рисковать и не стал лезть никуда. Игорь Лаки, еще раз говорю, одна карта. Вот это Демираж и все. Серия Best of One. Если ты меня не понял немножко. Напоминаю еще, чтобы вы тоже обратили внимание. Я без автор-директора, к сожалению, комментирую. То есть я сижу у ребят в спектаторах и смотрю за игрой. Поэтому некоторые фраги, конечно, я пропускаю. Ну что ж, Сокр пытается все-таки там, ну, слышит снайпера. Бомба у нас до сих пор не установлена. Сокр! Как попал, здорово! Еще один... Что вы, помогите же ему кто-нибудь, господи! Фосфор минус 2, просто с джангл. Открывается Мелис, у нас пытается разменяться. Мелис, все-таки размен пошел. 15 секунд до конца. Релоуд, АВП машет опять в очередной раз. НЗП, Мелис, кто же сильнее? Эту бомбу надо устанавливать 9 секунд до конца этого раунда. Какая же жесть, а? Где тимплей? Оу, сейчас Мелис, по-моему, он накосячит. И он не слышит. И он... Оу, все, он позицию поменял. Короче, все, походу, сейчас атаку может еще раунд взять. Потому что Мелис должен понимать, откуда должен прийти снайпер. Если он Сити не выходит до сих пор, значит он по-любому будет с головы. И Мелис тащит этот клатч раунд. Минус 3 в раунде от этого парня. 7-4, даже 8 уже, господи. 8-4 счет у нас. Первую половину выигрывает команда Клан Таракан. С чем я их, собственно, искренне и поздравляю. Но вся борьба еще впереди. Я надеюсь на это. Я на это очень надеюсь. Потому что все-таки в финальных стадиях, вот мы видим, защите пока не очень везет. В финальных стадиях раунда, я имею в виду. В окончании.
Смотрим дальше за игрой. Итак, у нас экономический раунд от защиты. В общем-то, сливаются они. В надежде на то, что они возьмут 14 и 15. То есть они хотят свести игру к дефолтному счету 9-6. Наверное, именно так хотят они поступить. Секретс отличный минус. В китчене моментально просто. Но, правда, Айвс у нас уминусует XLN. В шорте еще находится один из игроков атаки. В принципе, может быть, он не даст забрать девайс все-таки. Да, но Айвс забирает себе девайс еще. Это уже не очень приятно. Кэш все-таки справляется со стрельбой. Фосфор вместе с NZP вдвоем. Просто ждут у моря погоды, ждут себе АКМ. Вот так вот. Вот и весь план. Так, NZP слышит. NZP слышит, и он ждет. Он ждет, и он убивает, кстати говоря. Находит себе автомат Калашникова. Три игрока в атаке еще тоже живы. В принципе, они убегут сейчас на сейф. Ну что, неплохо? Очень даже неплохо. Ну и Мелис находит у нас фосфора. Последний NZP сейвит в очередной раз. Кстати, 8 раз всего умер. Меньше всех в своей команде. Итак, 9-4. 9-4 и, наверное, момент истины. Первой половины у нас наступает. А наступает он потому, что у нас последний бай. У защиты мы видим снайперскую винтовку. Мы видим 3 кольта и АКМ в исполнении фосфора. Оу, NZP, какая флешка-то прилетела. Походу дело ослеп и по таймингу выстрелил немножко не туда. Совсем немножко, и вот будь он поудачливее, конечно, наверное, все-таки попал. В ногу попадает просто или куда, в плечо какое-то левое. 23 хп оставляет у нас Harmony Secrets. Кстати говоря, у нас играют ребята через два... Че игнорить? Через две снайперских винтовки. Через две снайперских винтовки выступают у нас у Harmony Secrets и у Melist. В закупе как раз таки АВП. Ну и смотрите-ка. Оу, Мелист, отличный минус есть в коннекторе. И, кстати говоря, там скирт уже просто заходит в спину с шата. Я так понимаю, минус уже минус 3 от защиты моментальные. Ну и что? Сокар вместе с XLN. XLN у нас на шарте. Сокар у нас уже вышел, кстати говоря, на Тетрис. XLN минусует. Да ладно, Сокар, ну в ухо-то как не попасть-то тут было. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это вот уже ошибка, конечно, очень неприятная. XLN последний. Против троих игроков защиты. Его только что проморгал, кстати говоря, NZP. А вот сейчас полил. А вот сейчас полил, NZP не попадает в очередной раз. И, в общем-то, у XLN тут шансов, конечно же, маловато. Побежит он, попытается сыграть через Делпом все-таки. Но времени у него тоже не очень много. 30 секунд, правда, XLN минусует одного. Так, и выходит дальше. Да ладно, фосфор теряет очень много хоспоинтов. Минус есть очередной, но АВП опять башит NZP. Да что ж, неужели, да ладно? Трипл килл, 1 в 3, как это случилось? Я сейчас просто представляю лица игроков команды Неллимс. Какой же у них просто фейспалм сейчас невероятный, божешки. Квадро килл в раунде от XLN. Трипл килл в ситуации 1 в 3, жесть. Не, ну это реально жестко. Это реально жестко, пишет он даже, молодец. Ну, короче, реально, это жесть. Да. Ну что ж, продолжаем смотреть. Harmony Secrets уже идет. Размены у нас пошли. Минус уже был у нас от как раз-таки NZP. И Harmony Secrets. Две головы моментально. Одну в шорте, другую в коннекторе ставят. И раскидка флеш, гранат у нас пошла. Harmony Secrets будет заходить с коннектора, я так понимаю. Два игрока продолжат тем временем выходит через яму. Два игрока в дефенсе живы. Фосфор последний. Фосфор. Спрей очень неудачный. 11-4. Первая половина за командой клан Таракан. Вот так вот. Ну и по статистике давайте пробежимся. Клан Таракан. Harmony Secrets. 19-10. 18-9 XLN. Герой 14 раунда. 12-9 Мелист. Сокер. 8-9. 4-10 Кэшс. Nameless, NZP 12-10, 11-13, Айвс, Фосфор 11-12, Квестю 6-14, 4-15, пока что идет у нас Скирт, Скарт, не знаю, как правильно называть этого парня. Ну что ж, пистолетка. Пистолетка и шанс для коллектива Nameless вернуться в эту игру, потому что пока что мы видим, что все печально для них в первой половине сложилось. Очень хорошее для них было начало, они взяли 4 раунда после того, как проиграли пистолетку. Вели со счетом 4-3, ну и потом 8 раундов подряд защита у нас просто атака, извините, у нас выдала. Как раз таки игроки команды Клан Таракан. Ну что ж,
How many secrets? Опять entry kill, кстати. Это просто вот entry фрагер самый настоящий. Уже минус 2 от этого парня. Ну что ж, никто не может его остановить до сих пор. И стреляться дальше. Он оставляет 39 хелспоинтов. Questio. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А тем временем игроки команды Nameless выходят на бэплент. На бэпленте у нас присутствует уже два игрока защиты. Один в шарте, другой на форесте. Короче, тут просто не дадут сейчас поставить бомбу никакой. Правда, есть минус отличный. Ну что? Кэш ошибается. Минус 2 при заходе на бэплент в исполнении атаки. Nameless устанавливает бомбу. Посмотрим сейчас за ретейком в исполнении защиты. Так, я что-то не понял. Questio, ты что? В спину? Да убей же его! Как это получается? Боже мой! Вот это фейспалм. Еще один. Ловим отличный фейспалм в исполнении у нас. Кто это? Это Questio был. Это был Questio, это жесть. Короче, просто невезение самое настоящее начинается для Nameless. 12 раунд в защите берут у нас квантараканы. Приближаются к заветной цифре 16, к заветной победе. Я думаю, они очень хотят выйти в полуфинал. Но судя по игре, Мираж у них как-то приготовлен пожестче. Ну ладно, смотрим. Итак, How Many Secrets. Смотрит аркада у нас из пита. Отлично. Entry key. Вот сколько раундов, если посчитать, How Many Secrets уже открывает у нас просто вот первое убийство от этого парня. Ну, уже раундов 5 как минимум. 5 это как минимум. Постоянно он куда-то идет. Ну, Скарт, правда, находит у нас как раз-таки How Many Secrets. 4 в 4 ситуация. Ну, и видим, что без арморов у нас бегает атака. Хотя, бомба не ставили. О, там кто-то, кто закупился? Там Айвс уже закупился. Походу дела, бомбанул, что ли. Непонятно мне. У него 0 в графе денежные средства. Ну, на что он надеется, тоже непонятно. В спине тем временем у нас уже кэш заходит. Кэш с P90 оставляет всего-навсего 20 хелспоинтов у нас. Карту тем временем Excellent. Есть минус, бомба лежит уже в коннекторе, присутствует один из игроков, надо убивать моментально хоть кого-нибудь, не получается, NZP минус, Скарт выходит с ковров, прячется просто за текстурой, ну и 2 в 3, попытается разрулить еще игроки защиты, кэш просто не чекает, кэш, да что ж такое, как же ты не чекаешь-то, стандартная позиция, но немножко не везет, бомба до сих пор, кстати говоря, лежит, он на Мелист мажет, 40 секунд до конца, у Скарта у нас 20 хелспоинтов, 71 у Мелиста, бомба устанавливается, и, кстати говоря, устанавливается она, по-моему, под Сити, ну вот, если я не ошибаюсь, и будет все просто замечательно. Ну что ж, NZP затащил такие раунды своей команды, 2 минуса, также 2 минуса у нас от Скарта, ну и 5-12, берут, кстати говоря, у нас атака, я даже не знаю, там даже не форс бай, там, знаете, там просто бай, вот, никакой, экономический раунд у нас был, без арморов играли, то есть, ну вообще ничего не было, и сумели взять, ну молодцы, собрались, ребята, из команды Nameless. Давайте смотреть дальше. 12-5 пока что счет с Фамасом у нас How Many Secrets отыгрывает. Также присутствует еще 4 игрока с пистолетами в защите. Видимо, Дигл, даже 2 Дигла, USP и 5-7. В исполнении Сокер, занятие Мидвейна. В исполнении атаки Excellent, начиная с того, что ставит у нас хедшот, моментальный размен от NZP. NZP, кстати говоря, вот отыгрывает реально жестче всех в своей команде. У него 17 фрагов на 11 смертей. Вот если бы все так играли, мне кажется, Nameless тут рвали бы и метали, конечно. Ну что ж, NZP проходит просто по шарту, его в спину. Просто два игрока встречают. Да ладно, где же размены? Фосфор не смог разменять. How Many Secrets опять даблкил в этом раунде. Не теряет ни единого здоровья. Триплкил чуть было не дал. Уже Questio там остается просто мега родово. 14 хелспоинтов он имеет. Сотку с карта. Ну и бегут на аплент. Заход опять же на аплент. Через пит у нас бомба бежит. Ну вот тут надо Questio добивать, конечно. Хороший смог. Просто смог в своего. Спалил позицию. Кэш, кстати говоря. О, ну все. Я не знаю, что тут сказать. Но такие раунды отдавать нельзя. Друзья мои, если вы хотите делать камбэк, если вы хотите выиграть и прилагайте огромные усилия к этому, то делать так, конечно, ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае. Но мы видим, что Nameless пока что не очень. Не очень все получается у них в атаке. В общем-то, взяли они очень важный экономический бай, но дальше на девайсах против пистолетов тоже так же не повезло, в общем-то, как и Team Таракан, клан Таракан, двумя раундами ранее.
Продолжаем смотреть. Быстрый выход через яму у нас готовится. How many secrets на приеме, кстати говоря. Опять же, Майлист, отлично, минус 2 уже. Тут просто терпят ребята из атаки. How many secrets? Какой же трипл килл, спрей просто великолепен. 14-5, становится счет, 2 раунда до победы игроков защиты. Да, тут тег. Ну, вот этот парень, NZP, на самом деле, он же еще минус 100 написал, а еще он написал... Вот, возьмете на Next. Но это дизмораль уже, на самом деле. Рано сдался, мне кажется, NZP. Да, может быть, у его тиммейтов игра не идет так, как у него. Но это не повод все-таки такие вещи писать. Совершенно не повод. Вот, ну что ж, 14-5. 14-5 становится у нас счет. 2 раунда до победы игроков команды Клан Таракан. В окне у нас прыгает там тем временем Мелист. Уже опять How many secrets? Опять энтрикил от этого парня. Да сколько же можно? Почему постоянно он убивает всех и вся? Сокр на приеме Бэплунта. Кстати говоря, к нему идут 3 игрока. Он в очень хорошей позиции на балконе. Если его не прочекают, он тут просто всех переубивает. Но решает отойти. Игрок с ником NZP, он же минус 100. У нас пока что играет со снайперской винтовкой. Играет он в паузах. Да что ж ты такой так? Вы что? Да ладно. Еще и Сокр выживает. Где размены? Где же размены? Ну, где же размены? А разменов-то нету. Беда. Ну и что, последний NZP. NZP последний, с АВП не попадает, кстати говоря. И, ух, а сейчас попал, кстати, здорово. Ноузум пытается попасть, не попадает. 15-5, 10 матчпоинтов. И я, честно вам скажу, я думал, что как бы сейчас будет очень интересная игра. Но счет повторяется. Опять счет повторяется, как у нас вот прошлая игра закончилась 16-5. И сейчас очень близки к тому у нас ребята из клан Таракан, к тому, чтобы взять 16-й. Ну, ладно, посмотрим. Посмотрим, конечно же, поглядим. Что ж, 2 UMP, АКМ, ТЭК и Дигл. Вот такой закуп на, возможно, последний раунд имеют у нас ребята из команды Nameless. XLM, отлично, попадает, минус есть, не знает еще месторасположение одного игрока, продолжает спрейть по Ивсу, ну и пока не получается особо, правда, ХАЕ пролетает туда уже очень хороший, минус 40 хелспоинтов моментально, там выходит просто How Many Secrets, минус 2 от этого парня, 32 фраг зарабатывает, 32 фрага от How Many Secrets в этой игре, отлично, отличная игра. Ну и квестю, вместе с Скайртом вдвоем против 4 игроков, конечно, уже, в принципе, все тут понятно, я думаю, и для меня, и для вас, и для самих игроков, но Скайрт будет бороться до конца, минус How Many Secrets, убивает топ-фрагера этой карты, берет АКМ, но не справляется с XLN, 3 в 1, пишет ГГ у нас How Many Secrets, good game, да, возможно, но квестю еще жив. Давайте будем верить в этого пацана. 40 секунд до конца. Он просто пытается в спину у нас убить с UMP. XLN никак не умирает. Наконец-таки, только сейчас он умирает. Бомба далеко лежит. 40 секунд до конца. У нас квестю действует через респаун, я так понимаю. Нет. Опять выходит. Его ждут уже, правда. Ооо, кэш, да ладно. Нет. Нет, нет, нет. Еще раз нет. Good game, well played. Ребята из команды Клан Таракан побеждают. На карте Мираж 16-5 и выходит в полуфинал LAN-турнира в городе Новосибирск. Никуда не отключайтесь. Для вас этот матч комментировал Максим Хокикс Петров. Спасибо и музыкальная пауза.